Творческие люди отметили профессиональные праздники – День театра и День работников культуры Российской Федерации. На площадке музейного комплекса «Артишок» актеры, режиссеры, сотрудники библиотек, художники. К торжеству присоединился и глава городского округа Дмитрий Волошин. Я бы это поднял в один большой праздник. Людей талантливых, людей интересных, людей, которые про культуру, людей, которые несут культуру в массу. Для нас сегодня это очень важно, потому что Химки – большой, динамично развивающийся город. И сегодня культура и вот та эстетика, которая есть у нас, это для нас, для всех имеет очень большое значение. Владимир Красовский – актер, режиссер и преподаватель. Посвятил театру почти 50 лет. Этот праздник для него особенный. Это тоже повод подвести какие-то итоги. Все-таки это наш такой профессиональный праздник. Мы работаем сезон, то есть работаем с осени до весны. Весной мы подводим какие-то итоги, или радуемся, или переживаем. Но в любом случае, вот как-то празднуем его. Глава округа вместе с депутатами вручил поздравительные адреса и цветы. В финале с музыкальным номером выступила участница шоу «Голос» певица Екатерина Кузина. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.